Ну вот, а это тогда все росло. Басир воевал с правительственными войсками, мы с Басиром в краю незнакомом, далеко от дома, цепляясь за скалы, плывут облака и точит веками гранитные камни. Здесь мутными водами кокча река и точит веками гранитные камни. Здесь мутными водами кокча река. Предгорья Памира и банды Басира, и город с названием простым Файзабад, где сам губернатор, почти провокатор, где год коротает четвертый каскад, где сам губернатор, почти провокатор, где год коротает четвертый каскад. Здесь с койками рядом стоят автоматы и смотрят на горы стволы БТР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, а письма так долго идут в СССР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, а письма так долго идут в СССР. Здесь радио нету и редкие газеты, транспорт единственный здесь вертолет, а ночью ракеты и трассеры где-то терзают на части чужой небосвод. А ночью ракеты и трассеры где-то терзают на части чужой небосвод. Здесь ветры с Желгара на склонах Атары, на озеро Шива бредет караван. Здесь рвутся гранаты, летают снаряды и тянет с туканов гашишный дурман. Снаряды и тянет с дуканов гашишный туман. Мне заказал Андрей, там еще. Мы вспомним ребятам, пели когда-то лампочки тусклый скупой огонек, как жили на вилле, как в горы ходили, где нас прикрывал миномет. Как жили на вилле, как в горы ходили, где нас прикрывал миномет Василек. Ну кто? Нет, нет, ну кто нам предскажет, когда нам прикажут собираться в чужую страну? Парни с каскада возьмут автоматы и мир защищая уйдут на войну. И парни с каскада возьмут автоматы и мир защищая уйдут на войну. И нет, там еще одна была самая главная. Не надо ее петь? Да, и встретимся снова у дома второго. А может быть у проходной дурни. Но она долго получается. Бог с ней. Значит, эта песня, которую я могу.